Всем привет! У меня тут генеральная репетиция перед рекламными турами. Давно я не каталась на электрокарах. Ну и сейчас я еду на вечеринку, как бы вы думали, куда? А, да, это в Украине, да, это в Киеве, но как романтично. Мало того, что на острове, ну и что, что на Трухановом. Так я еду в Куба Кэмп и, конечно, буду танцевать сегодня сальсу, что обязательно. Я тут спросила, мне точно сюда, а музыка-то выдает. Я точно иду в свою стихию. Если вы здесь тоже никогда не были, идем смотреть. Я тоже впервые. Вау! Все в стиле Кубы. Ржавые банки и все ярко. Хватает авторитетных машин. А так вполне похоже. Девчонки уже фоткаются. А вон и раритетная машинка. Народ уже отдыхает. Надо атмосферу передать, понимаешь? А вот и Ира. Ирочка, привет! А я сейчас расскажу вам, кто такая Ира. Поехали. Итак, всем привет. Меня зовут Алла Глыва. Я напомню, да, я туристический эксперт во всем мире, но в Украине я крайне мало знаю места. И сегодня я хочу рассказать об очень интересном месте. И мало того, оно не просто в Украине, оно в Киеве. И Ирочка, моя коллега, с которой мы делали совместно, платили по Европе, а сейчас нам расскажет, что она вообще здесь делает, что это за Куба Кэмп, почему здесь играет кубинская моя любимая музыка, вечером танцует сальсу, ну и, собственно, чем она здесь занимается. Ира. Да, всем привет. Куба Кэмп находится в Киеве, на Трухановом острове. Это практически 1,5 гектара территории, где есть следующее. Два самых мощных и крутых катера в Украине для вейксерфинга. Это катера, которые создают волну, и вы на ней серфите. Вот прям без веревки, прям такой классический практически серфинг. Дальше у нас на территории есть классный бар, классный ресторан, батуты, каяки, сапы. В общем, все, что можно для активного отдыха, потому что сейчас отдых в Киеве активный, он максимум. Внимание, детский клуб, я как мама уже все выяснила. С какого времени принимаю деток, с какого возраста, по какой? Возраст любой, мы принимаем с четверга до воскресенья. У нас есть с 10 утра до 9 вечера, и это стоит 400 гривен, ты на целый день отдаешь ребенка, с ним там играют, и в общем... Отлично, про ребенка выяснили. А вот это...
эта вот волшебная штука, которая создает волну, покататься на волне. Да. Сколько это стоит? У нас инструктаж стоит 500 гривен. Это обучение и на берегу, и на воде, и потом разборку видео. И дальше катер оплачивается по минутам. В среднем чистого времени новичку нужно 10 минут, максимум 15. То есть это без... Я вычитаю время, когда инструктор рассказывает что-то, когда ты падаешь и так далее. Короче говоря, если вы типа меня не умеете ездить и вообще собрались стать... Обращайтесь ко мне. Внимание, стать на серд в Киеве, вообще в Украине. Берите много денег. Да. Да, а еще... Зато вы будете готовы к Шри-Ланке, прошу прощения. К Шри-Ланке, к Бали, к Португалии, все что угодно, да. И еще очень круто сейчас, ввиду того, что не корпоративы, коллеги не могут куда-то выехать далеко, очень многие приходят сюда, бронируют там место в ресторане, я под них бронирую катер, и, собственно, они командой вот так вот отдыхают, у нас уже очень много отдыхало, вот за последние две недели прям. Ира по-скромному вообще до сих пор не сказала, серф это прекрасно, у Иры здесь магазин. Собственно, почему она меня сюда пригласила? Для того, чтобы, ну, во-первых, я узнала об этом безумно интересном месте, а во-вторых, Ир, что за костюмы, что мне делать надо? Кроме серфа, это что? Это гидрокостюмы. Есть мужские, есть женские, есть летние, есть более теплые для осени. По сути, вода всегда практически прохладная, да, и хочется как-то согреться, чтобы когда ты катаешься, в общем, вот эти мурашки по тебе не бегают. Средняя стоимость. Средняя стоимость. Летние гидрокостюмы от 150 долларов, более теплые, там 3 миллиметра толщина, от 250. Сколько это стоит, если бы я решила купить такой костюм на Шри-Ланке? Слушай, на Шри-Ланке костюм не нужен, честно говоря, там теплая вода. В Португалии, если бы ты покупала, от 250. Понятно. То есть, если вы хотите научиться, мало того, сэкономить на гидрокостюме, вам однозначно на Труханов остров, Куба Сёрф Клаб. И идемте дальше смотреть, что здесь вообще за ресторан, за бар и дальше территория. Добрый вечер. Вот вы что здесь делаете на этом волшебном вечере, в этом месте? Мы сюда пришли на разведку, видели сообщение в группе и пришли посмотреть, что здесь есть. Что есть здесь интересного? Провести время с друзьями, с семьей, как развлечься. И вот, день рождения отметить. А, да, тут, кстати, скажу за кадром. До записи было, звучало то, что будет день рождения. Как вы решили его провести? Ну, вот сейчас решаем как раз. Да, сейчас я как раз отвечаю на вопросы эти. На какие? Отвечаю. Посмотреть место, поэтому отвечаю на вопросы, как здесь провести день рождения. Так, сейчас мы пойдем дегустировать. Это интересно, байдарки интересно, это штука интересно. Я, правда, не стоял. Мы все обещаем, это очень легко. Да. Сапы, если будний день, это пятница у нас, 200 гривен час, 800 гривен целый день. Куда подписываться-то? Куда подписываться? У нас есть в Инстаграме страничка Куба Кэм, есть в Фейсбуке страничка Куба Кэм, а еще можно найти лично меня, Ирина Воробьева, и в Фейсбуке, и в Инстаграме. Ну или можно просто написать Глыве и спросить, кто это вообще, где это вообще. Вот так вот. Латиноамериканские танцы на закате на берегу речки. С берега уже Unreal, потому что соскучилась за морем, речка, тоже водоемы, здесь своя атмосфера, но все-таки идемте смотреть, чем кормят и что наливают в коктейлях. Куба ли на самом деле? Ира, расскажи нам, пожалуйста, чем кормят? Чем кормят? Ну, чем кормят? Здесь очень много кубинской... О, а давайте мы, может, у ребят спросим, чем кормят. Ребят, что, чем кормите своих посетителей? Кубинской кухней. Класс, а какой кубинской? Морепродукты, мясо. А вы были на Кубе? Я нет. Тогда я вам задаю... Повар был? Класс, покажите повара. Вау. Сейчас пойду. Ну, пошли спрашивать. Сейчас мы пойдем попристаем. У вас есть 30 секунд рассказать? Расскажите, чем вы кормите посетителей, пожалуйста. Смотрите, какое волшебное меню. Салат с фетой, утиная ножка, макрель, паэлья, молодой картофель, лук-порей. Но я пока ничего не нашла кубинского, если честно. Алехандро, выручайте. Так.
Расскажите, какой топ блюда вы, ну, у вас заказывают? Топ начос и чурросы, покеблосы с морепродуктами, с курицей, салат соба, с курицей гриль. А есть какая-то, вот, какое-то блюдо, прям фишка кубинская, которую любят здесь? Начосы. Начосы, что это? Начосы — это кукурузные чипсы с гуакамоле, сырным соусом и томатный соус. Отлично, я знаю, что это, но я просто хотела, чтобы это произнесли на камеру. Класс, потому что на Кубе я была 5 раз. Ну а дальше мы передвигаемся в бар. Рассказывай, что наливают на баре. Да, здесь до хрена вкусно. Подожди, я хочу познакомиться с этим человеком. Здравствуйте, человек, как вас зовут и почему с вами знакомят? Это человек, которого зовут Вова. Вова, это наш лучший инструктор. Это человек, который обучит, я не знаю, даже самого неспособного человека. И у нас вообще, сколько у нас инструкторов сейчас? 3 инструктора, поэтому, блин, на каждый катер, на любое время можно обращаться. И еще у нас охренительные коктейли вот там. Вот я про охренительные коктейли хотела спросить. В чем они охренительные и с чего они? Я не знаю, они просто все очень вкусные. Я перепробовала. Это вообще не ответ. Вот меня больше интересует, что наливают кубинского. А вот вы заняты? Можно на 30 секунд вас? Занят, видишь, работают. Молодцы. А это значит, что есть работа, есть люди. И это здорово. Уносите. Чей-то заказ остановилась снять. А вот этот самый магазин. Заходим, смотрим. Заходи, заходи. Не стесняюсь, боже, как пахнет деревом. Деревом и еще не охреном. Вот это вот вся линейка, это моя радость, моя прелесть. Сейчас я покажу. Вот такие гидрокостюмы для неопрена мы катаемся на сёрфе. Это летний вариант. Вода все-таки немножко прохладная. Еще мы одеваем их для того, чтобы люди не замерзнуть во время катания. Есть этот более спортивный вариант, а есть более, например, вот такие девчачьи. Только хотела сказать, тут прям такие есть девочковые и девочковые. А вот вообще трусиками. Смотрите, крутяк. Вот тут это вообще как пиджачки какие-то. Боже, в общем, если вы хотите быть спортивным и нарядным, вам сюда. Еще можно даже леопард, посмотри. Она крутая. Собака крутая. Про это место хочу рассказать. Каждую субботу здесь надувается экран, и мы смотрим фильмы. Завтра, в субботу, мы будем смотреть фильмы. Какие? Это уже подбирают наши ивенчики, я не скажу сейчас. Но вообще вчера мы крутили пресерфинг, например. Здорово. И дальше домики для деток. Это Kids Camp, куда можно отдать ребенка на целый день. Вот я рассказывала, 400 гривен вы оплачиваете. Там полностью ребенком занимаются. Вы отдыхаете, кушаете, катаетесь на серфе. Круто. Да. Ребят, ну если подытожить, провела я обзор Куба Кэмп. Вообще потрясающее место на самом деле. Атмосферное, уютное, природа, зелени. Я даже не подозревала, простите, что у нас есть такие места в Киеве. Да, наверное, мне стыдно. Я лучше вам расскажу, что, где, за какой пальмой на Копакабане, но точно не в Киеве. Теперь я знаю, это место есть. Вейксерф, пожалуйста. Детей оставить, пожалуйста. Провести в шикарном месте время, пожалуйста. Песчаный пляж, кресло, где вы можете просто посидеть, посмотреть на красивую речку. Грубо говоря, помедитировать, помолчать, поговорить с природой. Ну а вечером, по выходным, я так понимаю, есть прекрасная кубинская, не так, латиноамериканская музыка, под которую вы всегда можете научиться, если еще не умеете танцевать, сальсу, бачату и другое. Но вечер впереди, я вам еще сниму, как это выглядит, но то, что это будет атмосферно, это точно. Рекомендую, приезжайте. Локацию всегда подскажу, пишите еще вопросы в комментариях, если я на что-то не ответила в своем ролике. А Куба Либре как на Кубе? Серьезно? Класс, роднющий вкус. Короче, если вы поклонники Кубы, вам сюда. Все как на Кубе. Очередь в бар. Все как там танцы.
Классная атмосфера и вот все как на отдыхе. Реально говорю.